Это обрабатывающий центр с программным управлением. Такие станки предназначены для работы в производствах различного типа, начиная от небольших мастерских и заканчивая тяжелым машиностроением и аэрокосмической промышленностью. Фрезерный агрегат способен обработать широкий спектр деталей различной степени сложности. Сегодня для работы на современном оборудовании требуются и соответствующие знания. Должен быть технический склад ума, во-первых, я так считаю, вот для этого, чтобы хорошо был обклон по математике, по геометрии, понимал, читал хорошо чертежи. Пермские промышленники успешно решают кадровый вопрос. Интерес к инженерным специальностям растет. К тому же предприятия могут сегодня предложить хорошие условия труда и высокие зарплаты. Растет и качество выпускаемой продукции. Город, в свою очередь, всегда готов поддержать заводчан. По словам директора машиностроителя Владимира Ломаева, с муниципальными властями выстроены конструктивные взаимоотношения. Разрастается поселок, отсутствует в этой мере инфраструктура, нету дорог, эти вещи. Мы регулярно встречаемся с городскими властями, обсуждаем эти вопросы, ищем выходы из положения. И я считаю, что вот такое взаимодействие промышленных предприятий Мотовильщицкого района и администрации дает свои хорошие плоды. Понимаю, что с одной стороны мы должны обеспечить минимальное присутствие административных барьеров в рамках взаимодействия города, региона и предприятия. А с другой стороны, для работников предприятия создать полноценные комфортные условия в краевой столице. Такой формат взаимодействия позволяет решать помимо глобальных проблем и локальные вопросы. Так, по просьбе заводчан, муниципальные власти отремонтировали лестницу, которая вела к предприятию. И машиностроители больше могут не переживать за свою безопасность. Денис Пальчиков, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».